Real Records и Русское радио не сомневаются. 1 марта. Весна будет настоящей. 1 марта. Единственный сольный концерт Валерия Меладзе. В Кремле. Первый день весны. Настоящее. Тяжесть в желудке? Примите Матилиум. Матилиум научит желудок работать. Горячая каша – вот что нужно есть на завтрак. Быстров – это вкусно. Быстров – это сытно. И полезно. Быстров. Фрогурт. 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 Отлично. А вы их пробовали? Да, мы их очень любим. Они качественные и недорогие. Они очень вкусные. Продукты Фрогурт. По вкусу и по карману. Новый утюг Браун Фристайл так приятно держать в руках. Хочется гладить все, что попадется на глаза. Уникальный открытый дизайн ручки. Система предварительной обработки ткани паром. Безупречный результат с небывалой легкостью. Утюг Браун Фристайл. Новое качество привычных вещей. Бывает высоко в горах. Чай. Принцесса Гита, Нури, Ява. Высокогорный чай принцессы Нури, Гита, Ява всегда на высоте. Ежедневно я готовлю и пробую все блюда нашего ресторана. Конечно, я не стоматолог, но знаю, только очень хорошая паста сможет защитить зубы от кариеса. Два соединения фтора в составе пасты Астера – это двойная защита от кариеса. Астера. Подавать после еды. Не пропусти главное событие года в жизни страны, в твоей жизни. Пиши себя в историю России. Перепись 2002 года. Колдрекс Хотрен. Теперь это не только эффективное горячее средство при простуде и гриппе, но и горячая линия. Мы ответим на все ваши вопросы о простуде и гриппе и поможем победить болезнь. Колдрекс Хотрен. Наш горячий ответ простуде и гриппу. Когда приходит желанный вечер, твои силы освежит новый крем от Люмине «Витамин Плюс» с натуральной черной смородиной. Энергия сочных ягод вернет твоей коже бодрость. Ведь все, что создано природой, нуждается в любви и заботе, и твоя кожа не исключение. Будь всегда ослепительно свежей. Используй силу ягодной энергии. Новый крем от Люмине с натуральной черной смородиной. Косметика «Серебряная роса» – дар природы, источник красоты. Перед концертом главное быть в форме. Мой кофе «Гранд». Я люблю этот вкус. Классный кофе «Гранд». Простите, а где моя семья? Бедный ребенок, мы сейчас дадим объявление, обязательно найдем твою семью. Мне не нужна твоя семья. Мне нужна моя семья. Меня мама за соком послала. Соки и нектары – моя семья. Все, что нужно моей семье. Продукты Ролтон. Постоянный контроль качества. Есть искусство, похожее на волшебство. Есть волшебство, которое рождает вкус. Есть вкус, который дарит наслаждение. Есть наслаждение, которое никогда не кончается. Есть шоколад, который вы любите. Россия – щедрая душа. Тонус. Тонус – честный сок по честной цене. Знаете ли вы, что такое небесный вкус? Это вкус свежих сливок и творога, взбитых тысячу раз, и нежных фруктов. Даниссимо мусс. Неповторимый, воздушный вкус. Наслаждайся его легкостью. Даниссимо мусс, и пусть весь мир подождет. Данон. Вашим глазам не нужна оправа. Лазерная коррекция зрения в меди. Традиционная весенняя скидка для женщин 20% до 8 марта. В подарок бесплатная консультация визажиста. Ваш новый образ мы создадим вместе. Меди 324-400. Отель «Нирвана». Первый русский отель в королевстве Таиланд. Было холодно, потом сыро, потом наступил апрель. Я убийца. Работаю нечасто. Думаю, совсем мало. Смотрите в лучших кинотеатрах России фильм Константина Мурзенко «Апрель». Мая не будет. Я стреляю. Контракт подписан! Да. Этот цвет золотого цейлонского солнца и аромат настоящего черного чая обязательно принесут вам удачу. Майский чай «Золотые лепестки». Золото ваших побед. Афлубин.
Натуральный и эффективный. Против гриппа и простуды. Для взрослых и детей. Олейна. Здоровая привычка, крепкая семья. О чем вы думаете, когда видите эти прекрасные, спелые, отборные томаты? Конечно, о хорошем кетчупе. Компания «Балтимор» сама выращивает и перерабатывает томаты. Поэтому наши кетчупы всегда качественны и на любой вкус. Все лето, ты чудо света! Продукты «Ролтон». Постоянный контроль качества. Позвольте, я. Пожалуйста. Кажется, я более соблазнителен. Конечно, ведь во мне так много свежих фруктов и витаминов. Я. Качество говорит само за себя. Галстена восстанавливает работу печени и желчного пузыря. Эффективно в любом возрасте. Как передают информационные агентства, последнее время участились случаи использования утюгов не по назначению. Журналисты убеждены, что за этим стоит стиральная машина «Макс» производства компании «Bosch». Итак, комментарий специалиста. Да, благодаря новой системе защиты от сминания, включающей в себя просторный барабан и функцию легко гладить, стиральные машины Max от Bosch способны подарить утюгам и их хозяйкам массу свободного времени. А что думает по этому поводу сам Max? Безупречно. Bosch. А теперь реклама. Мы с Василием прожили вместе 5 лет. Потом появился Сергей. Сплетничает. Василий зверски ревновал меня ко всем моим кавалерам. А вот к нему почему-то проникся доверием. Просто я пришел не с пустыми руками, а с подушечками вискас. Да, знал, перед чем Васька стоять не сможет. С тех пор они просто спились. Это настоящая мужская дружба. Да, кажется, теперь я ревную. Вискас питает лучшие чувства. От гриппа и простуды Терафлю. Некогда болеть. Представляем Venus от желе для женщин. Первая бритвенная система, созданная для того, чтобы вы почувствовали себя богиней. Три лезвия окружены защитными подушечками. Venus бреет чисто, чище, еще чище, одним движением. Так чисто, что ваша кожа долго-долго остается гладкой. А этого достойна каждая богиня. Божественный подарок нежно любимым от желе для женщин. Venus. Почувствуй себя богиней. Очень вкусный Эрмигур. Эрмигур безупречен от природы. Эрмигур. Безупречен от природы. Эрмигур Эрман. Сделано в России. Есть мастерство, которое выше всяких похвал. Есть награда, которой достоин каждый. Есть шоколад, который вы любите. Россия – щедрая душа. Вы можете вновь. Где бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, я всегда буду помнить о тебе. И ты не забывай свою бабушку. А пока кушай, сил набирайся. Бабушкино масло. Смотрите с 21 февраля в кинотеатрах «Аврора» и «Мираж Синема». Немыслимые виражи мотоциклов, взрывы, сплошной адреналин. Все это «Роллербол». 6 марта в Ледовом дворце невероятный концерт «Монсеррат Кабалье» и ее друзья.